Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа с сайта Рандеву. Очень много интересного, давайте открывать. Как всегда, замечательно упаковано. Здесь у нас с вами, давайте смотреть. Мне был очень интересен всегда бренд Либридерм. Он не совсем бюджетный, ну, как бы не сильно дорогой, но в то же время отзывы совершенно разные. Поэтому решила протестировать сама. Я взяла себе вот такую мицеллярную пенку для умывания. Сейчас все открою, покажу. Смотрите, все хорошо упаковали. Здесь у нас с вами Алин, шампунь для придания объема. Ты уже что-то стырила, да? Причем самое дорогое, Крис, у меня тут помощник. Девчонки, Алин, шампунь для создания объема. Сейчас открою, тоже покажу. Я все в поисках идеального средства для создания объема. Я этот эффект, именно этот эффект, больше всего люблю на волосах. Так, дальше, давай коробочку, мама сейчас снимет и тебе даст. Либридерм тоже скраб гиалуроновый для всех типов кожи. Закончились у меня все такие вот агрессивные умывалки, а я очень люблю такой уход. Очищать сейчас надо кожу хорошо, потому что теплое время года, да, и поры будут гораздо быстрее забиваться наши. Смотрите, информацию вам сразу показываю, состав. Кому интересно, можно на паузу нажать, так, чтобы не бликовал. Вот. Кто пробовал что-то от Либридерм, девчонки, жду ваши отзывы. Так, самый интересный продукт, который хочу взять. Давно на моем канале Владимир его прям хвалит, в Телеграм я имею в виду. Это Биодерма. Это Биодерма, совсем не бюджетный продукт, но говорят, что очень стоящий. Просто вот плохих отзывов не встречала. Это крем SPF 50+, по-моему, от всех излучений абсолютно, если я не ошибаюсь. Это так... Такой дорогой достаточно бренд, да, здесь 40 миллилитров. Он у нас с вами матирующий должен быть. Сейчас я вам покажу. И он у нас с вами еще и тонирующий. Это очень светлый оттенок у меня, еще просто светлый был, но его не было, к сожалению. Я думаю, что очень светлый подойдет, я думаю, он должен подстраиваться под тон кожи. Обязательно попробуем с вами вместе. Всю информацию вам показываю. Кто пробовал это средство, тоже жду от вас, девчонки и мальчишки, отзывы. Так, вот. И сейчас мы с вами бутылочки все распакуем, и я вам покажу все. Всегда в подарок положили два пробничка интересных, будем пробовать. На, забери, конечно. Крис у меня здесь наводит, так, там накладная. У меня Крис здесь наводит фэн-шуй. Я заказала три тканевые маски еще. Маски, вот... маски, маски, да, маски. Тебе уже тоже хочется, да? Две вот такие одинаковые. Маски. А, две заказала, это у нее бумажка там от Рандеву. Бумажка, бумажка. Бонусные баллы за отзывы, да, за честные отзывы, не обязательно за положительные. Рандеву дает бонусные баллы. И вы можете потратить эти баллы, 1 балл равен 1 рублю, потом на покупки. То есть вы можете оценить товар, который вы уже приобретали, да, и в последующем, в будущем, когда вы делаете заказы, вам многие позиции выходят гораздо дешевле. Поэтому это очень приятный бонус, который далеко не во всех магазинах есть, мне даже кажется, что ни в каких. То есть и приличное количество баллов дается за отзыв, за честный отзыв. То есть это не как там на Wildberries, на Zon приходят карточки, там поставьте нам, пожалуйста, 5 звезд, мы начислим вам 100 или 200 рублей на телефон. Нет, здесь действительно честный отзыв, то есть о товаре ваш размещается, вы получаете бонусные баллы. Вообще крутая система. Распечатала маски свои. Я же, в общем, две маски я заказала, вот такие еще ни разу не брала на Рандеву. Очень дешевые есть тканевые маски, девчонки, от 20 с чем-то рублей. И очень хорошие рабочие. Так, вот, мицеллярная пенка для умывания, очищение для чувствительной кожи лица и контура глаз. Такой мягкий, кстати, флакончик дешевенький. Не ожидала. Ну, может, и не дешевенький. Тут, смотрите, зато Либридер не подделка. Так, по-моему, здесь кислотный он еще у нас с вами, она пенка из яблочных аминокислот. Увлажняет, смягчает, свежесть, комфорт, без тянутости, сухости, ежедневный уход, pH. Так, все понятно. Вот он, шампунь Алин, шампунь для придания объема Алин Professional. Вот так выглядит, 250 миллилитров. Информация, идеален для тонких волос. У меня не тонкие волосы, но я всегда хочу больше объема. Я раньше начесывалась очень долго, очень много лет. Сейчас уже больше года я не начесываюсь совсем. Мне хочется, чтобы все было естественно и красиво. Вот так. Так, кому интересно, показываю состав. Будем тестить. Так, Либридерм у нас с вами. Теперь скраб гиалуроновый. Так, состав я вам, по-моему, уже показывала. Давайте посмотрим, как он выглядит.
запечатано все. Открыла биодерму. Биодерма, кстати, была не запечатана. Но, правда, коробочка была в слюде, но все равно такой дорогой продукт и не запечатанный. Так, вот у нас с вами скрабик Либридерм, как выглядит. Ой, как гамажик, смотрите, какой. Частичек мало, они миленькие, мне кажется, не угловато. Ну, в общем, попробуем потом на лице. Так, вот у нас с вами биодерма. То есть он, видите, практически как тональник. Я бы не сказала, что сильно светлый. Сейчас нанесу на руку хотя бы, посмотрим пока. Интересный такой оттеночек, у меня там царапина. И вот я начала распределять. И чтобы вы видели, как этот оттенок выглядит, показать вам хочу. И перекрывает, кстати, тоже хорошо. Перекрыл царапинку так неплохо. Смотрите, распределила. И нет отличия между участками кожи соседними. Слушайте, я прям хочу на лицо, сейчас попробуем. Я прям сразу на балкон вышла, чтобы вам было хорошо видно. У меня на лице нет никакого тона, я сегодня автозагар только нанесла. У меня легкий контуринг, и все. А так тона никакого сейчас. Вот так вот попробую, прям на проблемные лица, на проблемные места, на все лицо не буду, потому что уже нанесла крем из новой линейки Мискини Faberlic с SPF защитой. Мне вот интересен момент именно перекрывающей способности и его оттеночка. Прям вот сюда, и над губой вот у меня уже начинает цвести опять моя пигментация. Смотрите, как красиво. Он такой, знаете, легенький, как мусс. Прям вот как мусс. Распределяется хорошо. Он такой, знаете, чувствуется под руками, как крем Faberlic Blur. Вот такой вот, как бы, силиконистый, что ли. И кожа сразу становится моментально бархатистая. Потому что я не вижу пока, мне в камеру плохо видно. Сейчас я зеркало возьму. О-о-о. Надо распределить, правда, получше. Да, знаете, я не скажу, что он прям сильно перекрывает. Потому что у меня вот тут вот сегодня покраснение какое-то странное. Сейчас я попробую еще добавить сюда. Вот здесь вот. Но легкий выравнивающий эффект от него есть. И он действительно матирует. Он действительно матирует. Он не ощущается на коже, как все эти жуткие SPF. А еще какое-то сияние есть на коже. Какое-то сияние здоровое, очень красивое. То есть мелкие несовершенства, мелкие-мелкие совсем, он перекрывает. Вот мелкие, там легкие покраснения, тон выравнивает. Да, какое-то внутреннее сияние. У меня там зеркало просто еще стоит. И на ощупь кожа как бархат, 50 SPF, и он не ощущается пленкой никакой на лице. Класс! Слушайте, ну пока просто великолепно. Вот просто великолепно. Я уже заранее хочу сказать, Владимир, тебе спасибо большое за такую рекомендацию. А пока вот этот крем полностью оправдывает свои средства. Если он будет на лице весь день вот так же себя вести, то все. Я не буду жалеть 2000, чтобы его приобрести. Да, можно на скидках там чуть-чуть подешевле. На рандеву он мне обошелся еще с бонусными баллами, со всеми этими делами, 1800 где-то. Вот. Это нормально для него цена, он бывает по 2 с чем-то. А сейчас еще сезон, вообще такие средства, наверное, лучше покупать в декабре, в январе. Вот они подешевле будут, сразу запасаться. То есть, по факту, сейчас на данный момент кожа матирована, легкие покраснения перекрыты. Она на ощупь бархатная, вот кто пробовал, как после крема Blur Faberlic. То есть, вот такая вот бархат. Вот кожа персик, просто кожа персик. Она какая-то такое ощущение, что есть еще какие-то светоотражающие частички в составе. Как будто она изнутри подсвеченная, очень красивая. Вот дорого, богато, хорошечно. Вот по-другому не скажу. Вообще, просто супер. Матированная, подсвеченная, красивая, легкая. И вот этот оттенок, самый светлый, очень светлый он даже называется, да? Он мне не самый далеко светлый. На мою кожу с сегодняшним автозагаром, мощным эйвенским, да? То есть на очень темную загорелую кожу получается по факту сейчас, да? Он лег прекрасно, подстроился. И вот этот вот подсвеченный эффект, это вообще шикарно. Пока мне очень нравится. В конце дня вам покажу, как он проносился и что с лицом. Но я нанесла вот сюда, над губой, и вот на подбородок нанесла. Вот здесь на скулу не наносил, там у меня сейчас контуринг. Сейчас на лоб еще немножко вот сюда нанесу. И шик. Девчонки, вечер. И по поводу макияжа. Слушайте, продержалась, все просто идеально. Даже тушь не отпечаталась. Помните в ролике Faberlic, когда тестировали Мискини линейку, там все отпечаталось. Здесь все прекрасно. И кожа так и осталась матовой. Ну вот нос немножко блестит, но так вот на ощупь. Ну как бы все отлично. Сейчас к окошку подойду, пока светло. Вот, все отлично, поэтому мне безумно средство понравилось. Кожа на ощупь до сих пор такая же бархатистая, такая же классная. В общем, супер. Буду тестировать дальше. Если будет что добавить, обязательно добавлю. Класс. Ну что, мои хорошие, протестировала сейчас шампунь. И что пока могу сказать?
Очень хорошо пенится. Приятная одушка, которая не сильно бьет в нос. Знаете, такой почувствовала аромат свежескошенной травы. Вот такой вот зеленушечки. Очень приятный. Пенится хорошо, волосы не спутывает, что тоже понравилось, потому что шампуни для придания объема, они как бы, ну, по логике вещей немножко подсушивают, да? Нет, волосы после того, как смыло, прям мягенькие. Но остальное будем смотреть с вами, когда посушу уже. Полноценный отзыв, да, пока очень понравилось. То есть расход маленький, прям взяла чуть-чуть, думала, сейчас 2 раза буду промывать. Нет, с 1 раза все великолепно, пены очень много. Так, что у нас с вами дальше? Дальше мы сейчас с вами очистим лицо пенкой, тестируем с вами уход Лебридерм и потом уже скрабик. Мицеллярная пенка для умывания с мицеллами ПАФ из яблочных аминокислот, ежедневный уход, имеет физиологический уровень PH. Это очень интересно на самом деле. Так. Дозатор попробуем. Сейчас немножко лицо смочу. Будем умываться. О, щелчок был. Вот. Значит, все-таки новое средство. Здесь есть щелчок. Ой, какая мелкая воздушная пенка. Очень такая упругая, твердая, классная. 3 нажатия вполне. А вот тоже приятный аромат. Это вот зелень еле уловимой чистоты. Классный. Но он прям еле уловимый. Надо принюхиваться. Пенка тоже, чтобы поработала, ее нужно на 2 минутки оставить на лице. За эти 2 минутки можно сделать легенький себе массаж, согнать ночные отеки. Красота. Еще красота. Не забывайте, когда вы умываетесь и очищаете свою кожу про внутренние уголки глаз. Я просто вот замечаю, и девочки некоторые жалуются, что вот тут вот потемнение. И вот это потемнение, как раз она очень много возраста прибавляет взгляду. Многие девчонки умываются, очищать вот эти внутренние уголки глаз забывают. Поэтому вот такие вот моменты, они тоже на самом деле важны. Смываем. Что по факту? А по факту очень хорошо очищенное лицо, но без пересушивания. Такого ощущения прям до скрипа нет, но чувствуется, что оно хорошо очищено. Матирование. Как бы умыли, все, кожа матированная, все отлично. Но в то же время вот трогаю, мне не хочется прям сейчас что-то нанести. Достаточно увлажненная кожа. Вот мягенькая, прям хорошенькая. Знаете, понравилась пенка, очень понравилась. Вот по первым впечатлениям прям понравилась. Вот так вот умылся и пошел, как бы, грубо говоря, да? Ну, не все девчонки используют мультиэтапный уход, да? Некоторые вот просто умыться надо, какую-нибудь хорошую умывалку. Все по-разному с собой ухаживают, да? Мне понравилось. Вот прям классно. Кожа заматировалась, но в то же время вот мягенькая, увлажненная. Очень неплохо, хорошая пенка, прям добро даю. Буду тестировать дальше. В пустых баночках, конечно, вообще будет подробный отзыв. Так, Лебридерм. Скраб гиалуроновый для лица с экогранулами. Гиалуроновой кислоты глубоко очищает загрязнение, мягко отшелушивает. Давайте чиститься дальше. Вот он у нас с вами какой. Жиденький. И вот эти вот мелкие голубые. Мелкие голубые частички. Приятненько. Слушайте, приятненько. Я думала, они не будут так ощущаться, как, допустим, гамаш фаберлик. Хотя нет, но вот, по сути, приблизительно то же самое. Смотрите, он слегка начинает пениться. Это деликатный уход. Это действительно деликатный скраб. Ниже скач прям. Но они ощущаются. То есть, они, знаете, такие, как миленький-миленький песочек. Они ощущаются, они действительно отшелушивают. Это чувствуется. Миленький песочек, который абсолютно не травмирует кожу, но в то же время скрабирует хорошо. Мне нравится. Вот он так слегка пенится. Делаем массажик. Как сгонять отеки? Сгоняем отеки сверху вниз, девчонки. Вот если вдруг вот, если он что-то подотекла с утра, хотя ничего на ночь не ела. Вот так сверху вниз лимфодренаж. Помассажировали, все, потом опять по восходящим. Где есть морщинки, прорабатываем прям как следует. Морщинка – это залом, который образован по большей части плохим очищением. Ну, отсутствием массажа, конечно. У меня иногда начинает проклевываться межбровочка. Я начинаю ей уделять внимание, как следует там очищать. И гуаша, скребочек применять, и все, она уходит опять. Все, он уже застыл на лице, будем смывать. Слушайте, ну классно, отлично, замечательно. Вот ничего плохого не могу сказать пока. Вот прям отличненько. Кожу очистили, прям супер-пупер вообще, да, скрипа сейчас.
Классно, понравился прямо на ежедневное использование. Вообще отличненько, я люблю на ежедневное такое дело. Очень люблю. Мне нравится, моя кожа такой уход любит, поэтому прям вот понравилось. Все хорошо, все здорово. Но по шампуню чуть попозже. Знаете, девчонки, неплохо. Вот прям при солнечном свете вам показываю, очень неплохо. Никаких не смывашек, бальзамов, масок. Я не наносила, только шампунь. Волосики блестят, и они мягкие. То есть вот здесь какой-то объем не за счет уплотнения структуры волоса, да, а именно вот не знаю за счет чего. Но он есть, они очень хорошо уложились, они хорошо расчесались. Хотя у меня волосы поврежденные, да, вы знаете, как я их крашу. Вот, но в этом плане все нормально. Игра тени и солнца, да. Отличненько, объемчик есть, все здорово, все классно, нравится. Ну и на этом видео буду заканчивать, мои хорошие. Ссылочки все под видео. Промокод, как всегда, на скидку 10% на рандеву тоже вам оставляю. Проходите, пользуйтесь. Всех люблю, целую, всем пока.